Он забавный, с отличным чувством юмора, очень мужественный, заботливый, сильный. Когда первый раз встретились, нам было по 16. Очень стеснялись, конечно, друг друга, но все как-то так стало. Тесно стали общаться. Вот прошло 8 лет, и все, мы теперь женимся. Ему спасибо за терпение, потому что я очень бестолковый человек, неответственный. И часто совершаю ошибки, никогда его не слушаю, но он меня любит, я его тоже. И я считаю, что другого мужчины я себе просто не смогла бы найти. Самый лучший.